Стиль жизни представляет Тени Амстердам. В этой игре двум командам необходимо будет расследовать преступление. Игровое поле складывается случайным образом. Случайным образом выбирается карта плана, одинаковая для обоих разведчиков. Разведчики будут видеть, где находятся подсказки, а где поджидает полиция. Но общаться с командой они могут только с помощью карт-подсказок, выкладывая по одной или по две карты. Задача детективов — понять, куда ведет их разведчик, и передвинуть фигуру. В результате перемещения вы можете собрать улику или попасться полиции. Если при этом вы получаете третий жетон полиции, то ваша команда проигрывает. А для победы необходимо собрать три улики и переместиться на участок клиента. В настольной игре «Тени Амстердам» вы соревнуетесь с другой командой в режиме реального времени. Сможете ли вы быстрее соперников расследовать преступление?